О происшествиях и преступлениях за неделю на территории нашего города расскажет заместитель начальника отдела МВД по городу Бердску Сергей Волгин. За прошедшую неделю на территории города Бердска было зарегистрировано 412 сообщений о происшествиях, в том числе о 22 преступлениях. 8 преступлений было раскрыто по горячим следам, 3 из числа ранее зарегистрированных. В дежурную часть доставлялось 42 правонарушителя, один задержан в порядке статьи 91. Выявлено 51 административное правонарушение. Из числа нераскрытых преступлений большую часть составляют кражи чужого имущества. За прошедшую неделю было совершено 2 кражи с проникновением в жилище и 3 кражи автомототранспорта. Кражи автомототранспорта совершались с неохраняемых парковок, расположенных около жилых домов. Уважаемые жители и гости города Бердска, принимайте меры профилактического характера, чтобы не стать жертвой преступления.